Физкульт, привет! Этот плейлист специально для хоккейных вратарей. Для тех, кто играет на льду. Для непрофессионалов. Для тех, кто играет в любительских лигах. NHL. Ночная хоккейная лига. И я призываю вас делиться своим опытом в комментариях. Мы все будем друг другу помогать. Я буду помогать вам по мере того, как развиваю сам, что узнаю, что знаю уже, чему научился. Я брал уроки у разных тренеров в Америке и в России. То, к чему я пришел сам, самостоятельно. Для чего и для кого этот плейлист понятно? Так давайте развиваться вместе. Потому что информации на русском языке об этом очень мало. Давайте говорить, делиться опытом не только о нюансах самой игры, но и всем, что с этим связано. И с тренировками не на льду, с тренировками на льду, с формой, экипировкой, коньками, маской. Всем, что с этим связано. Я думаю, это будет полезно. Всем нам и тем, кто только хочет вступить на лед, сделать свои первые шаги. Скажу сразу, я начал играть в хоккей и вообще встал на коньки уже далеко за 30. И сейчас мне 40. Я успешно играю. В американской любительской лиге уже завоевал 3 кубка. Один раз мы выиграли вообще все, что можно, и сезон, и плей-офф. Друзья, это видео не для профессионалов. Но если у вас есть знакомые профессиональные голкиперы, смело задавайте им вопросы, делитесь с нами здесь в плейлисте своими знаниями, тем, чем поделились с вами профессиональные игроки. Увидимся на площадке.